Все, стрим пошел. Прямой эфир. Давай, говори. Ну, а что говорит? Всем привет. Особенно девочкам. Откуда привет? Привет из Смоленска. Из леса Вестима? Да, из леса Вестима. Юлечки. А еще кому? А? А еще? А еще кому? А ты сказал Софьюшке привет? Софьюшке еще не сказал. А что ж ты не говоришь? Софьюшке теперь старшенькой. Да. Ей тоже большой привет. Паше привет не передадим. Да почему это? А потому, я сейчас его проверю. Он нам не передает привет и даже нам не... Ладно, всем привет, ребята. Нет. Женечке привет. Женечке большой привет, передаем. Собой. А Пашеньке нет, потому что Пашенька, он даже это видео не посмотрит. Поэтому ему не привет. Он у нас занятой сильно. Ну, две работы, конечно, понятно. Пашеньку мы любим. Ладно. Привет тоже. Хорошо. Ну вот. Пойдем в другое место. Еще кому-нибудь привет передадим. Давай. Ольге Ивановне, пошли. Давай. Мы приехали в очень далекий лес. Сколько? 50 километров, да? Для нас это далековато. Мы здесь не бываем, потому что здесь делать сейчас нечего. Летом мы здесь собираем чернику, бруснику и попутно лисички. Что там найдем? Что ты тут смотришь? Иди... Ну, может, какой грибок вылез? Нет, нет, саркосыф нету. Первые грибы – это саркосыфы. И нет, не туда. Иди, иди к дереву Софьиному, Юлечкиному. Они снимались около этого дерева. И ты однажды снимался. Конечно. Около этого, что ли? Да, это давай. Маленькое деревце. Зачем? Я хочу около большого. Нет, о, прям... потом. Третья серия а будет. А ему его, а то что это? Не надо, третья серия будет возле большого. Я расскажу немножко про этот водоем. Водоем нас спасает летом. Он высыхает, но немножко воды остается. Куда ты ушел? Немножко воды остается. И мы после сбора черники, иногда и брусника, в жаркий день собирается нами, мы здесь моем личико и ручки. А Пи, давай передай привет. Да, всем привет. Не всем. Конкретно говори. Всем привет, это понятно. Канал. Привет. Катиному, да. Всем. А Ольге Ивановне? Ну, я сказал, Ольге Ивановне, Алексей Александрович. А, то я тут шумит лес, лес шумит. Шумит. Темный лес шумел, то темный лес гудел. Песню пел. Песню старую, песню бывалую. Так, ну иди же ты к этому дереву подойди. Я уже был около него. Нет, ну мало что был. Ты можешь постоять минутку? Стоять. Я около него должен стоять. Вот, это здесь Софья и Юля. Я же хочу сказать речь, а ты не даешь. Здесь наша Софьюшка и Юлечка снимались на видео в прошлом году. Но их покусали комары, и они убежали отсюда. Так, смотри сюда. Куда ты на дерево смотришь? Ты даже на меня не смотришь. Я на дерево смотрю, а что мне? Так, я сейчас вот так сниму. Ну вот, такое озеро. Оно летом высыхает. Все. Москвичам нашим привет из Смоленска, из этого леса, из красивого, из далекого. Вот, всем привет-привет и всем пока-пока. Привет, два привета. Да, начинается ветер сильный, как и обещали. Туча темная идет. Да. Солнце. Но в то же время солнце светит. Но солнце еще пробивает. Так, по дорожке пробежимся. Ветер посильнее. Угу. Какая-то пена на этом озере. Ну это все. Потому что растаяло все. Нет. Да, вон там еще немножко лед. Да, лед тонкий. Нет, лежит немножко на дорожках. Вот такой вот. Взяли немножко. Влез тормозок и едим. Хожу, снимаю, ем свой закусон. Ну, близко не буду, потому что я уже все это почти съела. Вот такая наша нехитрая еда. Довольно-таки вкусно. Даже здесь нет никакой травки для салата. Сныть мы вчера немножко собрали. А здесь не то, что каких-нибудь саркосых. Даже сныти травки нету.
Это такой лес, зато интересный лес, хороший. Я не знаю, кто здесь живет, но кто-то здесь живет все-таки. Дырку свою потеряла. Кротовых очень много, норок. Не норок, а холмиков. Кротовых, холмиков очень много. Здесь недалеко водоем такой. Летом этот водоем нас спасает. Он почти совсем высыхает, но вода остается. Мы в нем моемся потом. После сбора ягод, черники, брусники там. Ну, за грибами мы сюда не ездим. Красивые места. Красивые. Красивый лес. Лянки. Все такое. Сейчас, ну что, поговорим? Поговорим. Вот такой. А? Ну и хорошо. Как красиво. Раз в неделю не может прийти. Если не можешь в воскресенье, особо на неделю. Кто, хоть... Толик? Ну, конечно. Ну, понятно. Он не может, он. Угу. В случае, когда что-то принести надо срочно или еще что-то. Угу. Вот такие они заботливые. Что поделаешь? Ну, красивое место очень. Трасса. Вот это трасса Москва-Винск. Здесь стоянка автомобилей. Раньше здесь стояли гипсовые три оленя в натуральную величину, но их уперли. Ну, украли, короче говоря. Какие-то бизнесмены, наверное, себе стырили. Было очень красиво. Сначала один пропал, потом другой. И третий долго-долго стоял, но все-таки его утащили. А я хочу показать другое. Хочу показать свои грибы. На этой березке растут белоснежные березы и рукавики. Очень даже симпатичные. Я даже к ним близко не подхожу, камера хорошо приближает. Березка не очень толстая, но я ее утолщила, ну и стала толстая такая. Здесь недалеко трасса Москва-Минск, Минская трасса, Минское-Белорусское шоссе. Вот. Грибов настоящих здесь нет, даже саркосыф. Я и знала, что здесь нет, но все-таки мы приехали покататься. Какую, да. Покажу еще березку красивую. Даже и травы нету в этом лесу. Пока что. Пень какой красивый. Разукрасил сам себя. Ну, он не виноват, этот пень. Зато не зря пропадает. Очень красивые трутовики растут на нем. А здесь трасса Москва-Минск недалеко. Белорусское шоссе. Мы и поедем 50 километров домой. Приехали поглядеть, что здесь такое... Красивая растет. Нет, просто прокатиться. Интересно. Хорошо. Вот еще один пенечек с грибочком. Здесь такое болотистое место. Черничник. Брусничник. Хорошо. Такой пенечек зря не пропадает. А вот такая красота. Это ж супер. Грибы растут. Они никому не нужны, и это им хорошо. Ну, а нас это радует. Это украшение леса. Очень красиво. И трутовики растут на древесине, которая упала. Они делают свое дело, работают. Получается удобрение потом из этих всех стволов ненужных. И пенечков. Вот. Супер. Великолепно. Красота такая. А здесь какая-то собачка бегает. Здесь мы уже на выезде. И она, наверное, переживает, что мы здесь ее территорию занимаем. Ну как же мне? Мне же надо снять этот красивый гриб. Красивые эти трутовики. Я хочу очень снять. Вот он, красавчик. Хороший ты наш. Сторож, умница ты наш. Очень далеко ты сидишь. Приходи, мы тебя угостим. Киска ты наш, то есть собачка ты наш хороший. Сторож, умница ты наш. Умница. Ну, пока-пока. Мы тебя волновать больше не будем. Все.